Губернаторская елка собрала ребятишек со всей области. Более 300 мальчишек и девчонок приехали в Тверь, чтобы встретиться с главными зимними волшебниками – Дедом Морозом и Снегурочкой, получить подарки и, конечно же, массу положительных эмоций. А тебе кто больше нравится из новогодних персонажей? Дед Мороз. Почему? Потому что он красивый. Потому что он шуршу дарит. Снегурочка. Почему? А потому что она красивая. Сказочная. Некоторые юные гости тоже решили почувствовать себя сказочными персонажами и перевоплотились в пиратов, принцесс и даже пчел. Помогли многим в этом не родители, а педагоги и воспитатели коррекционных школ, интернатов и детских домов. Этот новогодний бал для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, и детей с ограниченными возможностями ежегодно проходит по инициативе губернатора Тверской области. Новый год – это праздник, который должен прийти каждому ребенку, уверен он. В преддверии главного праздника, Нового года, все ждем праздника. Больше, чем взрослые ждут дети. Это правильно, потому что чудеса уже сегодня начинаются. Мы с Дедушкой Морозом постарались. Подготовить подарки, чтобы вас поздравить. Вы станете взрослее на год, мудрее на год. Ну и, я уверен, счастливее. Намного счастливее, чем, может быть, и в уходящем году. Педагоги говорят, что для этих девчонок и мальчишек, обделенных вниманием и заботой, такие праздники – редкость. И этот бал, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, для ребят – настоящее событие, которое вселяет детям веру в добро и людей. Новый год – это, ну, такое удивительное событие, когда даже взрослые верят, что все будет замечательно, все будет лучше, чем было. Поэтому праздник Новый год – это чудо. Дед Мороз и Снегурочка приготовили для ребят не только подарки, но и яркую развлекательную программу. Мальчишки и девчонки поводили с дедушкой хороводы и зажгли елочку, а также только в этот день на одной сцене Тверского театра юного зрителя посоревновались в вокале, хореографии и креативности любимые персонажи известных детских спектаклей. А под конец мероприятия Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом лично каждого ребенка. Нашим маленьким зрителям, взрослым зрителям и всем нашим тверетянам я желаю большой и светлой любви. Любовь спасет мир. И красота тоже. Здоровья большого и крепкого. С наступающим, дорогие. Валерия Королева, Максим Андреев, РЕН-ТВ «Пилот».